is when dropping down on me. Oh, that sounds unkind. It seems to me we not listen to or spoken about it. Всем привет! Сегодня маленький ролик по поводу двух вещей будет. Первое — это пришла вот такая аналоговая клавиатурка, когда можно 4 кнопки повесить на один пин. Ну, вес P8266. Там, конечно, ограничения, только на пин A01. Ну, а в ESP32, конечно, возможностей побольше там. Там есть пины ADC. Сейчас скажу вслух. Но я буду писать, буду стараться фоном писать на ролике. Значит, ACD 1, 8 каналов, и ACD 2 не рекомендуется, так как там участвует Wi-Fi. То есть, когда Wi-Fi работает, не рекомендуется задействовать эти пины. Поэтому желательно задействовать пины, начиная от 32 по 39. Но так как они не имеют никакой подтяжки, значит, рекомендуется с ними использовать вот в этом случае сопротивление, pull down, то есть потянуть к земле. То есть, ну, схема будет: пин данных на массу. В моем случае я задействовал на 4,7 килоома. Тут такая хитрая вот эта клавиатура. То есть там будет от Гувера еще тут задействована библиотека. Там есть пример. Тоже вот фоном пущу. И в этом примере есть распайка аналогично клавиатуре, клавиатурке. Тут же еще есть дополнительно конденсатор с сопротивлением, который вносит свою тут как бы лепту. Поэтому рекомендуемые 10 килоом у меня не подошли, потому что слишком плавают данные на пине данных. А 4,7 в принципе нормально. Там в пределах там 100 единиц где-то плавает. Поэтому, ну, у всех индивидуально. Можно проверить при настройке, можно запустить пример из Гувера библиотеки. А можно, в принципе, в метеостанции запустить. И если у вас дебаг раскомментирован, значит, при нажатии кнопки будет информация о данных в порту. Так, это я увлекся сейчас. По поводу второй части я скажу. Пришла вот такая такой DAC, цифровой аналоговый преобразователь, называется Макс 98357А. По сравнению, ну, пробовал, подсоединил, в принципе, все без проблем работает. И этот можно, и этот можно. Нюансы этого дака — то, что он моно, и в нем есть усилитель на 3 ватта. То есть подсоединяется он так же, как и этот, даже легче, потому что тут надо еще давать 3 вольта на один из пинов и землю на 2 или 3 пина. Тут, ну, сетап у меня написан там. И в схеме, в принципе, тоже есть. Да и в интернете достаточно данных, как подсоединять. Единственный нюанс, что надо свое питание нормальное. То есть, если добавить громкость, ну, вот часы идут, включаю радио, ну, или проигрыватель, и достаточно высокая громкость, видно, проседает напряжение, и может отвалиться карта, либо просто перегрузиться.
Поэтому сюда надо 5 вольт и желательно такие стабилизированные. Не с ESP-шки. Ну, если громкость в пределах нормы, ну, нормально играет. И заодно появился повод проверить вторую библиотеку, которая давно у меня лежит. Но она задействована на тот момент была только под PCM. 5102. Ну вот она пришла, вот такая штучка, и решил проверить, как она работает на той библиотеке. И в принципе мне она понравилась, та библиотека. Поэтому вторая часть будет именно по поводу конкуренции библиотек, которая на данный момент идет сейчас с этим проектом. Изначально шла такая, она все в одном. И вот этой библиотеки, которая заточена именно под DAC, вот эти, под Max или под CM. На данный момент эта библиотека уже, вот смотрел недавно, она уже поддерживает и в том числе шим-сигнал. То есть можно без вот этих штучек пробовать. Но я не пробовал, поэтому ничего не могу сказать. Это когда я протестирую, если все нормально будет работать, значит я и в этот проект добавлю, чтобы работало и без них. Так, ну ладно, это вторая часть. По поводу первой настройки вот этой клавиатуры. Значит, в сеттинг. А, ну сама клавиатура, кстати, чисто просто для, ну вот, попробовать. Потому что профессионально, ну как бы практически ничего надо перепаивать, во-первых, это вниз. Неудобно сделано, если куда-то крепить. И как бы крепления тоже тут никого нет. Поэтому надо что-то придумать, чтобы именно крепить. Пока вот просто показать вам. Чтобы подсоединить данную клавиатуру на физическом уровне, нам потребуется клавиатура. Ну и сопротивление, как я говорил, на 4,7. У меня на 4,7, на 5 кОм, до 10 кОм, короче. Желательно подобрать, именно глядя в порт. Чтобы не было, когда кнопки не нажаты, больших всплесков данных там в порту. Идеально, конечно, чтобы 0 шел, но у меня не получилось. Вот на 5-кОм, вот этим почти, у меня где-то там 100 единиц плавает. Там от 0 до 4095. Ну, вот у меня плавает. Так, дальше поехали. То есть сегодня нам вот это, нам это не понадобится. Это как заменитель вот этого ИК, однокнопочное управление. И энкодер нам сегодня не понадобится. Плюс вот этой штучки в том, что она заменит 4 кнопки, заменит одну кнопку. То есть на один пин вот эту штучку можно прикрепить и на нее повесить массу функций. Так, поехали. Так, все убираю. Что подсоединить, я сказал. Подтянуть пин данных к земле. Все. Дальше идем в сеттинг метео. И объявляем, что у нас есть такая клавиатурка. Ну, сверху я сейчас покажу, как она называется. Так, вслух озвучу. Вслух озвучу. Define key 1 button. Define pin 4K1. Во, как сложно. То есть pin 4K1. Почему один? Потому что, ну, в комментариях пишите. Если понадобится, то можно и вторую прицепить. То есть расширить функцию. Ну, сейчас я подсоединил ее. В принципе, ни одной хватает вполне. Не так уж тут много всего наворочено. Так, объявили пин. Дальше. Объявляем кнопки. Первую, вторую, третью, четвертую. Чтобы задействовать первую кнопку, нам надо подсоединить, вот как я говорил, к гуверскому примеру или к моему. Подсоединили, скомпилировали, и дебаг должен быть раскомментирован. Нажимаем первую кнопку, и у нас побежали данные. Допустим, плавает там от 800 до 1200. Плавает данные в цифру, да? Мы берем минимальную цифру, самую минимальную, которая вот в порту есть,
Ну и отнимаем еще 200 для гарантии. И пишем эту штучку в K-Bottom 1 min. То есть это означает минимальные данные. Но у меня получилось 700. То же самое вторую кнопку. Нажимаем и смотрим в порт. Допустим, там плавает от 1500 до 2000. Берем 1500, отнимаем 200. То есть получается 1300. Вот все, что ниже 1300, у нас будет считаться, это нажата первая кнопка. До минимума ее. Дальше нажимаем, аналогично нажимаем третью кнопку. В порту смотрим минимальное значение, отнимаем 200. Ну и в четвертой кнопке, в идеале она дает там 4095. Не в идеале, там будет плавать. Короче, отнимаем 200 и записываем. Все, мы объявили, что у нас есть 4 кнопки, которые будут реагировать. Теперь описываем функции, какие будут висеть на кнопках. Ну, возьмем, они все аналогичны. Поэтому у кнопок есть 3 состояния. Ой, ну как бы не состояние, а 3 разных функционала в разных, как попроще сказать. То есть кнопка вешается на нее реакция, когда ничего не играет. Второй вариант, когда играет в веб-радио. Третий вариант, когда играет в FM-радио. И четвертый вариант, когда играет MP3-плеер. На данный момент вот так. Значит, нам надо писать. Первая кнопка, допустим, пишем. Там у меня через слэш помечено No Play. И кнопка называется K-Bottom 1, подчеркивание No Play. То есть, все, что No Play, это означает вот эти экраны. Не вот эти экраны, а вот эти экраны. Ой, чуть не то нажал. Вот останавливаем. То есть нажать, вот этот режим называется No Play для всех кнопок. Ну вот я написал, допустим, ну не допустим, а прописал на эту кнопку и на вторую тоже. Команда Pref на первую кнопку. Pref. Вот нажимаю Pref. Первую кнопку. Это появился предыдущий экран. Нажимаем следующую кнопку. Ночной экран. Нажимаем опять. Ну, то есть, понятно. На первую кнопку я повесил предварительный предыдущий экран. Дальше. Двойной клик. Повесил вызов. Там называется double play. Double подчеркивание no play. Ночной экран. То есть, если мы дважды нажмем на первую кнопку. Тут, да, в гувере аж. Там настраивается, тонкая настройка есть промежутков. Двойного клика, одинарного клика, временных пауз. Поэтому сами смотрите и настраивайте. Тут надо еще приноровиться. Быстрее нажать или медленнее? Ну раз. То есть вот двойное нажатие надо еще отработать. Одинарно идет следующий. Двойной. Ночной. Понятно. Дальше есть еще тройное нажатие, так? Вот здесь тройное нажатие я не задействовал, поэтому просто пусто в кавычках. То есть фантазии мне не хватило, что задействовать там. Не надо приноровиться еще 3 раза нажать. То есть мы расписали первую кнопку, когда ничего у нас не играет. Второй пункт идет, когда проигрывается, допустим, играет веб-радио. То же самое, там задействовано одинарное нажатие, двойное и тройное. Третий вариант, когда радио играет просто FM. И четвертый, когда играет MP3-плеер. Ну, допустим, вот на четвертой кнопке No Play у меня задействована, прописана команда запускать MP3-плеер. Вот я нажимаю четвертую кнопку. Запускается MP3 плеер.
Дальше. На первой кнопке у меня повешен одинарное нажатие во время игры, предыдущий трек. То же самое, как и в NoPlay. Я повесил, ну, чтобы более-менее можно было запомнить. Вот нажимаю предыдущий трек. На вторую кнопку я повесил во время игры MP3 плеера следующий трек. На кнопку третью во время игры я повесил блокировку звука. Видите, M появился. Сблокировался. Ой, я из гаража тут не смотрю. То есть, вот смотрите. Третья кнопка, я нажимаю. Включает звук. Третью кнопку нажимаю. Отключает звук. Четвертая кнопка у нас запускает и останавливает плеер. Вот нажимаем. Запускается. Следующий трек. Вторая кнопка. То есть... Второй кей задействован в режиме Play MP3. Написано, что Next команда. В первой кнопке написано Prev. А допустим, по-моему, насколько я помню, третья кнопка у нас отключает звук, а двойное нажатие я повесил. А, да, точно. Не видно. Опять загораживать. Рандомное отключая, включая. Вот видите? Ой, одинарно нажал. То есть, если двойное нажать, видите, буква R появляется. Не видно. То есть, рандомное. Рандомное отключая. Одинарное нажатие, блокировка, включение. Ну, думаю, понятно. Тут не может не все так прямо вот сходу понятно будет. Но, если что, пишите, задавайте вопросы. Ну, главное, они все настраиваются аналогично, все кнопки. Первая, вторая, третья. Первый режим, когда ничего не играет у кнопок, каждая кнопка настраивается. Второй режим, когда что-то играет, и тоже настраивается кнопка. Вы можете потренироваться с одиночным кликом, остальные пока оставить. Ну, если не хватит функции, можно нажимать уже и двойной, и тройной. Ну, почитайте в библиотеке гуверовской, в которой я задействовал энкодер. Вот энкодер я задействовал в гуверской. И кнопки, аналоговый пин. Там вот очень хорошо он в комментариях все расписывает. И, в принципе, можно там кое-какие параметры менять. И в энкодере бывает, что у вас там энкодер одного типа или второго типа. То же самое и кнопка там. Можно временные отрезки антидребезга, двойного нажатия. Ну, это я уже говорил. Так, вроде все. Вот две микросхемы такие преобразователя. Из цифрового аналоговой, да? Отличие я сказал. Вот здесь есть усилитель, можно динамик напрямую подсоединять. Но надо питание желательно. Здесь, в принципе, все. Выход на наушники. В принципе, вот сейчас он у меня и включен там. Прямо на колонку. Если вы заметили, вот сейчас, наверное, не сказал. Сейчас я включу погромче. Вот, если вы заметили, тишина. То есть, когда запускается через DAC, вот эти микросхемы, наводок нету таких огромных, которые идут вот именно с шима. Поэтому один из вариантов борьбы просто вот пользоваться вот этой штучкой. Допустим, вот я отключаю, смотрите. А сейчас с секундными стрелками включу какую-нибудь.
То есть, если вы помните, когда режим был секундная стрелка, там прямо сигнал пип-пип-пип-пип шел, да? Вот с даком такого нет. То есть один из способов как бы исключить борьба вот с этими помехами. То есть без коммутации, без фильтров тут, в принципе, меня вот, допустим, все устраивает. Так, поехали дальше. Значит, два, это понадобится две штучки. Если хотите MP3 плеер, значит, CD-карта должна быть. Ну и все, и будем вот с такой клавиатуркой пробовать ее. Задача. Пробуем две библиотеки. Старая библиотека, на котором была проект. И новую, которую я попробовал в свете того, что пришла вот такая штучка. Новая библиотека называется... Сейчас скажу, чтобы вам... ESP32-Audio-I2C. Не C, наверное. I2S. А текущая сейчас библиотека у меня ESP8266-Audio. Ну, проведем небольшую битву этих двух библиотек. Сразу скажу, как бы для меня победителем оказалась вторая библиотека. Поэтому сразу скажу, как можно ее в проекте задействовать. Надо в Setting Media найти строку аудио подчеркивание lib2. Я напишу сверху. То есть, если у вас есть два таких, вот такой или такой DAC, и вы объявите аудио подчеркивание lib2, то у вас будет задействована вторая библиотека. Сейчас на данный момент у меня задействована по умолчанию библиотека, которая шла в этом проекте до этого. И в принципе-то она и можно, если закомментировать lib2, то будет именно эта библиотека. Но на данный момент это только библиотека задействована именно при проигрывании через вот этот, через DAC, PCM и MAX. Так, ну все, вроде. Как я буду проверять? Запущу сейчас, накидал кучу туда этих каналов, ссылок на веб, которые у меня раньше заикались, не проигрывали. Все в кучу накидал сейчас, штук за 30. Сейчас я по-быстрому их прогоню по кругу, потом перепрошью с новой библиотекой и опять прогоню эти все каналы. Ну, поехали пока со старой библиотекой. Для чистоты эксперимента я перегрузил станцию. Ну, запускаем. Как я говорил, третья кнопка у меня настроена в No Play на запуск. На запуск VV-проигрывателя. Нажимаем один раз. Эта станция ожидаемо не играет. Вторая заиграла, но бывает, что она и не особо. Поехали дальше. Французы, по-моему, на этой библиотеке особо никогда и не играли. Как исключение. Так, заиграла четвертую. Вы обратите внимание на скорость переключения этой библиотеки и той. Поехали дальше. И вот это др, др. Хорошо.
Пятый играет. Поехали дальше. Круг. Проблематичное. Да, проблематично. Ставим шестая минус. Идем дальше. Пределах. Играем дальше. Девятый минус. Десятый, похоже, тоже идет на рекорд. Ну, как и говорил, у меня есть стабильные играющие, а сейчас накидал все в кучу. И те, которые раньше заикались, и новых. Десятая минус, похоже, тоже пошла. Получается 80%. Ну, 11-я заиграла, хорошо. 80% похоже того, что я накидал, он просто переварить не может. Так, хорошо, на следующий. Это у нас 13-й. Даже не знаю, дожму я до конца или нет этот список. Я его, честно говоря, не проходил сам. На той библиотеке пробежал, а на этой нет. Тут кобыла у меня штук 10 их. Мои, которые основные играющие. Но считаем, что он не играет. И когда он входит в режим пытаться подсоединиться, я, получается, и вклиниться даже сюда не могу. А, надо вставить туда, я подумал, да. Перескочили. Ну, я думаю... Но битлы вы поняли, как играют. Я уже перестал записывать, поэтому даже. Ладно, еще одну победим, может быть. Что там в порту пишет? Попытка четвертая, пишет. А, перескочил, да, пока я отворачивался. Так, все, друзья, ну его к черту. Все, короче, новые, которые повесил, он их просто... Те, которые раньше заикались, новые, они все идут лесом, эти каналы. Все, я сейчас попью кофейка и прошью второй библиотекой, которой Lib2, и сравним. Так, ну все, друзья, продолжаем. Мы на чем остановились? Что мое терпение лопнуло, я плюнул и ушел пить кофе. Все, сейчас перепрошил. Будем пробовать вторую библиотеку, альтернативу. Поехали. Как вот я и говорил, третья кнопка в No Play у нас отвечает за старт проигрывателя, веб-проигрывателя. Одиночное нажатие. Нажимаем. Как видите, рок-антенна сходу заиграла.
идем дальше. Как видите, французы здесь сходу заиграли. Идем дальше. Ну а те, которые на той отлично играют, на этой практически мгновенно запускается. Ну вот крок, вот шестая, заикается. Но я даже сравнивать с той не хочу, потому что мы... Шестая. Помечу на всякий случай, шестая для себя. Разная громкость. Надо громкость можно настраивать в статтекст индивидуально для каждого канала. Ну тут у меня все по умолчанию, поэтому, как видите, одни громче, другие. Поехали дальше. Голдис, которую намертво вешала. Ну вы поняли уже, да? Идем дальше. Идем дальше. Думаю, до вечера. Поехали дальше на битлов. Ну вот, вторая заикается, 14, да? Поехали дальше на итальянцев. Ну, мне кажется, не так уж чисто прямо, да, вот, чуть-чуть где-то. Ну, играет, ладно. Ну, это все станции идут в основном со стримов. Может, поэтому первые и не переваривают их. Хотя некоторые не со стримов. Поехали дальше. Ладно, ускоряемся дальше. Это Зе Зайцева тоже накидал с того сайта рок. Классика. Для прослушивания перед сном. То есть мы до отсюда даже на той библиотеке не дошли. И я могу сказать точно, что она их просто никак. Так, поехали дальше. Ну вот 20-й чуток заикается что-то. Сейчас вроде прочухало. Идем дальше. Ну тут даже не хватило у меня. Я их штук 30 с лишним туда накидал. Ладно, ускоряемся. 22-я поехала.
Это все зайцы скидывают оттуда. Набрел туда и нацеплял под настроение. Так, играет. Поехали дальше. Рок 60. Это старичков. Идем почему-то. Как старички заикаются. Ну, поехали. Заикаются, короче. Рок нулевых. Поехали дальше. Неужели столкнулся? Не. Я уже думал, неужели на Рок 80 он уже единственный, который... Ладно, кис в следующий раз послушаю. Заикается чуток. Ну ничего, нормально заикается. То есть можно с коллекции смело выкидывать. А это возможно в конце с какого-то одного стрима. Планета играет, но можно выкидывать с плейлиста. Тоже выкидывать. Zumindest eine gute Nachricht gibt es heute für die Unternehmen und die Selbstständigen, denn heute soll es losgehen. Die Online-Plattform für die Anträge der sogenannten Überbrückungshilfe 3 wird freigeschaltet. Das hat Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger erklärt. Was dann auch dazu führen wird, dass viele Betriebe... Нет, не дождемся музыки, поехали дальше. Битлы прямо не переварят. Вроде и так. Все, близимся к концу. Thank you.
Но Трот Джотерс, самое главное, что он играет. На то он тоже никак. В библиотеке. И меня это радует. Так, вроде последняя. Нет, еще есть. Еще пинг-код. Вы для любителей пинг-флойдов все играете. Это хорошо. Так, вроде это последнее. Точно. Да, кстати, вот тут то же самое. Как в MP3, я настроил четвертый только здесь. Здесь третий отвечает за старт-пуск радио. А четвертый теперь отвечает за отключение звука. Включение, а двойное, по-моему, фаворит. Да. Двойное нажатие, здесь фаворит. Ну, фаворит, вы знаете, настраивается в Stat.txt. Номера станций ставите. Вот еще один пик. По поводу MP3 плеера, ну, примерно 50 на 50, я бы сказал. Единственное, что в первой библиотеке, которую по умолчанию, там вот бзыканье при переключении треков идет. То есть, что-то он пробивает все равно. А так, в принципе, более-менее. Сейчас вот MP3 тут запущу. Так, ну вы поняли, друзья. Тут, короче, у кого есть вот эти две микросхемки, PCM или MAX, категорически рекомендую. И кто пользуется не по назначению метеостанцией, то есть слушает на ней что-то, однозначно рекомендую перейти на вторую библиотеку. Только учтите, что если скачаете обновление, скорее всего, она у вас не откомпилируется. Я там комментировал одну строчку, потому что автор выкладывает только последнюю версию, предыдущую он не выкладывает, а последняя версия рекомендуется ESP32 аж бета-версия. А начиная с 1.0.2 версии проблема с запросом OpenWSL. Поэтому я пока сижу на 1.0.2. Пока все, что пробовал, мне не помогло, чтобы ускорить. Поэтому остаюсь на 1.0.2. Поэтому библиотеку берете с моего архива. Вот такие дела. Что еще? У кого будут вопросы, задавайте в комментариях, пишите мне на ящик. Наверное, я вам сейчас покажу видео сверху. Дальше. Вторую библиотеку я на шиме не тестировал без дака.
Ну, обязательно проверю, потому что мне очень понравилась эта библиотека. Возможно, и она там отлично играет, поэтому однозначно перейду. Посмотрю на SP8266. Тут памяти вообще не хватало, даже для запуска. Может, там какие-то нюансы есть. Плюс у этого автора, вот который сейчас библиотека, у него отдельно идет библиотека на AVS-1053, которая у меня валяется уже ждет сколько времени. Возможно, ее и сюда и добавлю. Ну, пока все. Если кому-то четырех кнопок не хватит, пишите в комментариях или пишите на почту. Я добавлю еще тогда четыре кнопки, чтобы расширить. Ну, я думаю, ну, мне четыре хватило, чтобы просто... Во всяком случае, он однозначно вот заменяет вот этот вариант. Да, еще у кого... Вот, видите, мои пробные шаги в печати. Так. У кого есть более-менее, ну, наработки, пишите, присылайте, я с удовольствием выложу к себе на диск. Там уже есть, как бы, итальянский товарищ прислал. Правда, желательно, ну, видно, тут кому-то он под заказ сделал. Желательно, конечно, с исходниками, чтобы можно было под себя. Ну, я что-то если сделаю, я, конечно, выложу к себе на диск. Это по 3,5 дюйма заготовка. То есть, сзади пока еще ничего нет. Просто не придумал, какую сзади крышку. Самое главное сделано. Ну все, всем пока. Пишите.